ВК пишите. Все, мы кинули. Так что. По форме. Че, тогда белый нам поставим, да? Зеленый. Бело-зеленый. Поставим так. Ну, лучше, ребята молодцы. Главное, сейчас посмотрим, как будет с коннектом. А на EV кубке ничего не надо ставить? В смысле? Ну, я имею в виду... эту программу запускать? То, кстати, напомните, если что. Я про не забыл. Там надо. Так, только Сереге? Да, погнали. Так, я спокойно. Ну, я спокойно. Еще разочек. Ага. Ладно, смотри, хорош. Гол почти, ладно. Высоко не встречаем. Вот. Бля, а чё он меня... Ага, ладно. Хорош. Они уже счёт знают, как сыграли? Да, не знаю, сказал. Ай-яй. Чуточку пораньше. Ещё. Пи-пи-пи. Назад. Ага, хорош. Пошёнок, кстати, нормальный. Ну, у меня такой, как и был до этого. У меня 14, 15, 16. Забегает. Хорош. Дальняя, смотри. А весь секунду. Ну что, все, вот с ним беги. Ага, все, перекрывай фланг этого игрока. Угу, все. Ага, тебе да. Ну, то есть понял, да, вот фланг просто игрока этого перекрываешь и все. В ножки давал. Ладно, хорош. Не, ну блин, я не понимаю, как мяч так обрабатывается, когда, блин, просто легонечко даю пас в ноги. Спиздец. Поход напряжения. О, поход, блядь. Направление, блядь. Напряжением он не обрабатывает. Ладно, ладно, все, давайте, погнали. Хорош, все, спокойно. Все, все, все. Все, отлично. Хорош. Смещаемся немножко, только ширину соблюдаем. Вот аккуратно. Хорош. Хорош, хорош. Тащил бы еще Юр немножко. Мог спокойненько. Если что, есть фланг. Так, у нас кто? Защита. Вадим, вернись. Там, смотрите, хватает или еще ЛП, ПП тогда вернется еще. Готов? Давай. Ну-ка. Есть. Ребят. Да. Не наш так другую замкнем. Ну там Ваня был, видишь, он успевал. Жалко. Он я тоже замыкал на всякие пожарные. Да. Все, ребят, давайте. Все бегаем. Хорошо. Угу. Не выдергиваемся, перекрываем, хорош. А? Вообще в одну давал. Можно пробуй, Паш. Молодец. Жалко. Правильный выбор. Хорош. Юр, вернись тоже туда, Вадим, вернись. На счет ты готов? Раз, два, три. Давай. Ладненько пошло. Попробую побороться, с тебе скину. Нет, тебе не скину. Все, спокойно все тут. Угу. Фанги буду. Шлёшь. Я на фанге, то есть... Я понял, я хотел перевести туда. Ой, не успеваем. Повезло. К нему сразу туда-сюда фанг сместись. Ага. Выдвигаемся немножко, не бежаем, маемся просто тут. Ой. Выдвигайся. Туда-туда, на фланг. Встречайся. Хорош. Все, пойдет. Да, то есть, играем, как играли. Не поджимаемся сильно.
Что зону перекрываем. Хорош. Ой-ой-ой. Е-мое. Все, назад вернуть. Фланг себе вкрой. Вкрой фланг, я вот сам тоже. Этого игрока. Угу. Все. Смещаемся. А, вижу. Хорош. Сейчас, видите, они начали активнее по флангам запикать. Ну, ладно, кто? Вратарь. Ну, я в сторону нашел, чтобы ему не мешать. Атака просите. Чуть ниже смотрите, ребят. То видите, что он может делать. Угу. И фланг. А, ладно. Это, видимо, то, что видишь, сильно отдал, он меня промотал так. Что-то зажали нас здесь. Что страшно. It's opening up for them. Diaz veering in field here, but it fizzles out thanks to that piece of defending. Первым будет, наверное. А нет. Блин, тебе отдал. Не прошел. Ой, хорош. Все. Вернулись. Давай, 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 хорош один. Угу. Ай, жалко, все. Спокойно. Хорош, нормально. Будет крутиться. Все, а, паш тебе. Не, ну ладно. Хорош, все спокойненько здесь. I expect more of the same. I think it's been a really good performance from them so far. Мама, шура рук. And they need to get tighter. But nothing comes of it. City move it forward with purpose. And a good looking ball. A deft clearance. Promising possession this. And the opportunity to begging. Атака по сети. There is going to be stoppage time. 45. Only the 1 minute. Not showing good defensive judgment. Хорошо. Now the managers will now deliver their half-time team talks. То есть если потеряли мяч, сразу назад бежим и зоны свои стараемся прикрывать. Сейчас, Вадим, мы с тобой, ну, больше в центре, чуть ниже играем. То есть высоко не поднимаемся. Счет нам, ну, позволяет. По счету поиграть. Да я вообще все время внизу, ты же не видишь, я вперед даже не ухожу. Угу. Нет, я просто говорю, что перекрываем больше зоны свои. Ребята, если что, успевали вернуться. Нет, давай ты чуть впереди, я чуть сзади просто, и все. Я тебя страхую, если что, прикрываю. По крайней мере, время выиграю, пока ты... Ну, плюс-минус, да, да, посмотрим там. Но это не совсем уж перемудрить решение. Ну, ну, ребят. По бровке давай. Хорош. Диаз. Ибрахимович. Decent position. Well, he really read that brilliantly.
Ребята, ну вы чё? Да, лучше вынести в такую хуйню. Виталий, у тебя с коннектом все нормально? Поднимись, Виталий, поднимись. Блин, это что за удар? Ай. Блин. Все, возвращайся. Коннект, коннект 50. Пин. 50 это не самое страшное. Да. Нормально вроде. Надо, надо забить. Блин, неправильно. Жалко, жалко. Я не достану. Мама. Есть подходы. Сейчас я перемудрил, сорян. Хорош. Навесика можно. Себе. Ага, хорош. Пошел ты. Тох тебе. Ну, навесика не обрабатывать долго будет. Да, он Тоха. Еще вперед. Давайте играем, играем до конца. Хорош, все. Пасик. Ай-яй-яй. Хорош. Вернулись. Нормально, нормально. Попытка хорошая была. Краем, краем за мной. Все вот туда сразу во фланг к этому игроку. Хорош лёд. Иди ты в пень. Бля, не тянет меня. Хорош. Now, counter-attacking possibilities here. And the cross into the middle. No, ребят, ладно. Так, ребят, смотрите, сейчас там один по флангу, если игрок подключается, ЛПП, второй не подключается. Давайте. Yeah, там Россиишка стоит. Ага. Ниже. Закрыто. Ага. Ой, легончик. Эти, забрось-ка. Да. Понял. Все. Паша бежит. Не-не, все, 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 поздно. Вернулись. Спокойненько по счету играем. Зоны перекрываем. Отлично. Ну. Ноги. Угу. Можно. Не-не, вернулись. Сразу возвращайтесь, не встречайте их высоко, чтобы они не могли быстро атаку начать по флангу. Хорош, все, давай еще отлично писал. Помогите. Все, выйди, выйди. Хорош, все, спокойно. Крайс есть. Угу. Один. Один. Долго. Все, вернулись. Ничего. Хорош. Назад лишь тебя отдам, спокойненько. Ладно, прими. Ноги есть. Да, все. Держите. Убегает. Если что, сейчас по бровке больше. По бровке, по флангам. Не, я не буду подключаться. Там втроем пробуйте. Давай. Концовка. Ага. Давай, нормально. Играй наш мяч. Так, защита. Давай разыграем его просто, защиту, да, уйдите. Давай, там. Да, давайте. Все, чтобы тебя попробую тоже в край туда. Да, раз, два, три, да, пробуй. Лучше поддержали, ладно. Оп. Все, поддержите. Угу. Хорош. 2-0. На второй темп. Угу. Еще, еще. Ну, еще, бля. Ну вот.
Ладно. Это пас в ноги, тупо он три раза не прошел. Ладно, 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 играем. Вышли, вышли. Хорош, все, красава. Запускай. Кобыча. Ну, не отдал он мне. Ай, ну, хер с ним, все, спокойно. Стас, хорош. Вперед. Ну, есть. Еще атаку можем провести. Тащить. Обострите, обострите. Хорош. Угол есть? Давай прямым попробую, Виталий. На ближку попробую прямым. Давай. Ну-ка. Ой, а он уперся в него просто. Ладно. Блин, жалко последний там. Немного ни стамина не хватило. Ничего поделать. Там вот перекат, перекат и пас, блядь, туда. На вход. Сука. Угу. Да, 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 сейчас еще одна игра. Она прям сейчас начинается, да? Ну, практически. Покурить не успеем, да? Ну, если быстро, очень. Оба, да, у меня FIFA закрылась. Это удачно. Ну, я по статистике хотел пройтись, но не успел. Ну я так на всякий пожарный. Ну, Паша, конечно, игрок так интересно развернулся. Это не на последнем месте. Команда? Нет. Последнее. Она выше нас. Да, была. Выше нас. Вот что быстрый гол делает. Так, там все записали, можно выходить? Да, 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 все. А там какая разница, кто записывает, он все равно может писать до конца. Так, ну, вставайте туда на позицию. Да, там автогол был. Да. Ну, скидка хорошая была там.